Кировской области в четверг, 6 февраля, ожидается малооблачная погода и местами пройдет снег. В Бузе будет минус 9 градусов, в Кирсе ожидается минус 15. В Яранске будет минус 8, в Нолинске и Слободском минус 12. В Котельниче ожидается минус 10, в Вятских Полянах будет 13 градусов со знаком минус. В городе Кирове днем будет в четверг пасмурная погода, ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем будет минус 10, минус 11 градусов, ночью ожидается такая же температура. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Ветер подует юго-западной скорости, его будет до 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит 79%, магнитное поле неустойчивое. В четверг световой день будет длиться 8 часов 35 минут. Солнце начнет вставать в 7 утра 38 минут, заходить в 16:13, луна растущая. Это был прогноз погоды на четверг, 6 февраля.